Да, вот это нормальная катка была, мне понравилось. Я хотя бы кого-то убил и не сдох. Ну, кстати, что-то лютый лут был. У всех глушителей на снайперках и АР-ках. И компенсы, блядь. Ну. У нас точно было 4 компенсатора, 4 СР-а глушителя и 4 АР-а глушителя. Ну, я типа его не брал, но я мог взять. Был вариант. Я, в принципе, не бегал с ним. Бля, юмпик вообще охуительная пушка, пиздец. Я прям брызжу нахуй, когда она попадается. А попадается она часто, поэтому она охуительная. Okay. Правда, с нее не постреляешь там по кому-то далеко. Я знаю, что ты не поднимаешь эти пушки, но она рили пушечная. Я с нее только и убиваю практически людей, блядь. Это остальное что-то прыгает, бегает. Там дохуя, конечно, пуль надо в тело всадить, но она зато ебошит ровно, когда в вес. У нее спрей минимальный. Таймингу успел. Надо, кстати, кое-что тестить. Что именно? Кое-что. I'm back. Окей. Да-да. Так, ну, пойдем в таблицу скидывать тапки вот эти в полете. На удачу. Да-да-да. Перебусы в полете. Баги вижу. На удачу вижу. Да, дося желтая. Дося. Так, да, дача или дося? Дось. Так по настроению, на самом деле. Я лечу на Дося. Дося. Я на баге. Бля, меня вчера Игорь додосили, кстати. Нахуя? Жестко. Я не знаю. Блядь, смотрел бы мне 1080, я бы понял бы, блядь, ну нахуя додосить мои там 1000 человек. А как мы летели? На поляну, по-моему, надо? Я снизу вверх. С Сосновкой и над поляной пролетали. Над поляной? Ну, точнее, рядом с поляной. Ну, гона жопль тогда. А, так веди ты, мне надо кое-что делать, слышишь? Блять, ну садись. Я сейчас альтабнусь без обид. Я хочу кое-что затестить. Реально без обид? Так. Так, мы куда, гайс? Помнить бы, как это делается еще. Я понял. Игорь, ну я не ручаюсь. Боже, на школе какие-то пушки есть. Как не вспомню, как тут это делается. Блять, Ал, ты че, ебанулся? А, ладно, отказался. Я назад вальтап. Бля, не помню, как это тут бинды эти делать. От того, что ты альтапнулся, что-то бы поменялось, то есть кричал бы на них. Ой, блять, это не то. Да я хочу тут это. За бинды сделать, но я не помню, как, блядь, на клаве тут биндится. Тут новый драйвер ебаный. Приносит клавишу. А до контейнеров могли долететь? Да. А, это. До контейнеров на жиржопле? Какие контейнеры? Про них. По-моему, блядь, это сложно было. По-моему, в процессе должны быть ребята, которые надрачивают. Не-не-не, мы летели прямо над рожком, поэтому там уже могли... долететь. Да это овер, да хуя по времени надо, ну, пусть. Вам круг интересный очень. Так, а мы какую часть, левую, правую лутаем? Гайс. Ай. А за я тут начал лутать. Да, попробуем.
правую шалу. Сердце, блядь. Тормозни. Так что, мы здесь пытаемся? Игорь, я высаживаю, короче. Да. Я не дальше провести. Я дальше поехал. Блять. Сочинил здесь. Нет, так не работает. Бля, круг вообще в помойке, нахуй, я понял. Делит. Блять, да я в драйвере пытался забиндить себе прыжок этот. Великолепный. Но там, походу, надо по это. Макросер. Да-да-да, ебать круг реально найсовый. Но... Блять, ну... Чё за прикол психодел? Дальше нельзя было, что ли, уехать? Да. Дальше там бежать, лутаться. А ты не на макросах, походу, делается. Это как-то надо назначение делать. Блядь, макрос... Там макрос можно именно сделать, если мышка норм. Ладно, я поехал на свой страх и риск. Мышка. Да, на мышке точно можно биндить. Нет, так я на клаве хотел. Зачем мне на мышке? Мышка у меня без драйверов, а клава, блядь, там что угодно можно делать. У тебя ж клава жесткая, по-моему. Да. Клава жесткая. Не, мышка тоже жесткая. Что за дом такой? Что? Мышка тоже жесткая, лучшая. Второй шлем на мне тут лишний. Зови, да. Бля, вот раньше я покупал клавы мышки постоянно. Какие-то новые пробовал, а теперь нет смысла пробовать что-то новое, когда нашел идеальное. Что за мышка зови у тебя какая-то? Ну, FK2, да. Logitech идеальная мышка. У меня тоже вот Logitech. Сори. Какая именно? G502. У меня G406, по-моему. Ну, не знаю. Я эту зови как попробовал, это все, это ванлав. Так, Ваня, там где ты лутал, Люхан, там рюкзаки. Пальчиком нельзя пользоваться, когда ты в упор нет, к окну. Нет, у меня до сих пор нет рюкзака. Когда ты в упор к окну нельзя выпрыгнуть. Надо от него отходить. А если сделать может, макрос, будет, может, то можно в упор прыгать. Это типа имба. Рюкзак у меня есть в доме точно. В облутанном. Просто макрос это реально имба. Он позволяет делать такие вещи. Какие нельзя не делать. Не заморачиваться с прыжком в окно? Да. Ну, ты же не можешь... Можно, например... Чего? Зажимать СМ-16 одиночными, которые стреляют. Нет, ты не можешь, допустим, из окна выпрыгнуть, когда ты упырик к нему, тебе надо отойти, чтобы, типа, взять разбег и прыгнуть. А это ты в упыре можешь выпрыгивать. Ну да, это бесит, пиздец. Так, у меня есть X4, компенс на... СР. Что я делаю, господи? Просто лег в доме сейчас. Компенс на СР, чур мне. Пожалуйста. Если бы у кого-то что-то было, они бы уже бы это забиндили. Неопытно. Едет хуйня какая-то. Кто-то едет. Вот так. Чел, кинемся под него. Серьезно? Ау, ну это походу... Кто не упал? Т-1000 какой-то. Это пиздец, бронированный молодой человек из Сибири, блядь, какой-то. Походу, сколько мне его надо было дать, чтобы он спустился, блядь, оттуда. Мотоцикла. Ну, причем с калашей давали. Не, из Сибири парни вообще не умирают. Грамм можно рюкзак. Потрата патронов нахуй получилось. Нахуй, блядь, рабаш вообще. Игорь, второй шлем надо? Да, оставь метку. Нет, не надо. Алик, тут что-то на мышку тебе скинули. Что-то с мышкой какие-то там проблемы какие-то. Не знаю. Просто сказали тебе на мышку. Да донейшн. Найс. А, понял. Не хворает мышка, да, колесико. Игорю на телефон скидывают, типа на мышку. Угу. Не, а если ты купишь мышку, как у меня, это пиздец, это самая лучшая мышка, тебе точно говорят. Лучше нее я не встречал. Да. Зови, это ломается. Сколько у тебя она живет? В смысле, ну, прошлое долго жила. Года полтора, наверное. Все. Чего? Я вообще не срок. Полтора. У меня прошлая мышка, Logitech MX-118, жила лет 6. Logitech? Причем ее можно сдать, насколько я понял, да. По гарантии. Просто ты звонишь, говоришь, вот у меня мышка типа сломалась, они типа похуй новые вышли, ты все. Ты хоть раз так делал? Там старт, так... что-то надо отправить тебе, по-моему. Там, конечно, да, легко. Там отрезаешь кусок кабеля со штрих-ходом, отсылаешь им на почту, и они тебе высылают новую вы мышку. Хоть раз это делали? У меня всех один, как в храме разговаривали. У меня знакомая, что-то какая-то мышка. Intel и Маус, короче, 1.1. Ну. У нее вроде, ну, короче, долго у нее жила. Примерно лет 8, может, что-нибудь такое. Да я не верю такой сэр, конечно. Но, блядь, то, что мы живет 8 лет.
Она по-любому, блядь... Ну, в смысле, у него Intel и маус, он просто возвращал ее по гарантии. И ему новую высылали. А, ну, это другое дело. У меня... Причем она живет 5 которая... лет где-то. Тинцей Blue Raff у меня беленькая была. Мне ее выслали, я помню, когда мы с Витюшей играли на этом, на ГПМ шоу от Na'Vi. 2000 какой-то был, 13 или 14 год. Она у меня прожила вот до нового компьютера, до 2016-го. Вообще просто идеальная мышь была. А вот ты новый комп собираешь? Я взял ее аналог Сенсей обычно. Или я туплю? Да, да. Ну, а на да, какой? День термора остались жесткий. У вас еще? Очень жесткий. Насколько жесткий? Вообще лютейший. Ну а что там, проц сидях? Проц я жду, вот который сейчас будет выходить. Какой? Видяха 80-я. Ti. А какой проц будет выходить? Давай со здешника хочу по 512 поставить. 7870. Да, у меня третий армор здесь. 7870? 870. 870. К. Может 8700? Третий армор говоришь? Ну, К я не буду брать, 8700, нахуй надо, да. Я буду разгонять 8700, другое дело. Но я в контейнерах. Он не вышел еще разве? Ты не заметил. Нет. Он пятого должен выйти, но ехать, там надо? Ограниченная версия будет. Они что-то намутили там. Ограниченная? А чё да. По армурам? Ну, дайте мне армор какой-нибудь. У меня первый. Дефицитные их выпускают очень. Сука. С материнками проблем, короче, под этот проц не будет, а вот, блядь... Блядь. С остальными процессорами у меня получилось. Блядь, где машина? Вот. Снайпер какой-нибудь есть? У меня просто лежит супрессор на снайперку. Есть, да, у меня миник. Ладно, еще XMD взял. Кого подобрать на машине? Меня подбери. Я бегу тоже. Так, Игорь ближайший. Не, я на баге-то поеду, я вот третий армор заберу. В смысле, третий? Понял. А, у Вани что? Так, у меня армор подбери. Только него дал. Налево, на мост. Понял. А ты еще втопишь вообще? Мы туда, почему мы не едем? Ну нам в круг надо вообще. Я бы не отказался в круг попасть. Знаю. Ваня, тебя забирать? Да меня психоза заберет. Психоза заберет. Да, да, я беру его. Что за дерьмо? Тогда Игорь, поставь метку, куда он ехал. Ну, вон туда, просто. Бля, ты... Ну, поехали. Давай, давай, давай. Только там на руинах опасно будет. Хочал, я пойду. Игорь, садись за руль, не выебывайся, садись. Давай. Ну, это чем забит? Компенсатор на СР есть. Ну, если что. Да похуй. Давай выпьем по бейсболу сейчас. Давай. А которого нету. Где он тут? В ангаре? Да, в конце. Ну, на это минус машина, она в гору не едет вообще. Все, еду к тебе, бегу. А по бейсболу у тебя много? Ну, три штуки. Я слышал, кстати, нет. В этих 8700 припой будет, это правда? Нет. Понял. Паста. Короче, держи сразу. А, спасибо. Ну этих 8700 уже рекомендовано скальпирование, насколько я знал. Понял. Ну ладно, может подумать этим много кто занимается. Они хотели типа сделать, чтобы без этого обошлось, но все равно придется. В смысле хотели? Так если они хуйню мажут туда? Ну да. Там где чисто, блядь, Калгейт зубную пасту взял и нахуярил. Куда? Солдат. Под крышку проца. На зубы. Который засыхает. Уже слыхает. Продается. Игорь, у тебя дохуя этого, чего попить есть? 2-1. Не сказал бы, что дохуя. У меня вообще 0 просто. Ну напей. Пейте чуть-чуть. А прицелы иксы есть лишние? Нет, лишних нет. Нет? Без обид. Игорь, тебе компенс нужен? На СР? Нет. У меня только калаш и все. Понял. Я еще не все так плохо, судя по всему. Давай наших друзей подождем, что ли? А передки на эрке лишние? Нету. Нет, тоже. У меня только на мини есть приколюха. Мне не надо уже. Только прицел к шоу нужен. Эридроп. 120. Бля, а ты сказал жесткий комп, ты говоришь 8700, я думал у тебя прям это там, нормальный проц ебанешь. По сравнению с тем, что у меня сейчас стоит, Игорь, он будет жестким. Так у тебя такой же. А у тебя какой сейчас проц? Версия. Какой там, сейчас я скажу вам. 4790, наверное. Секунду. Да, по-моему... Че, мы едем или что?
Поехали? Поехали. На дачу я бы прибыл. А, дача 4790. Но у меня еще карта 970, да. А моник какой? Подожди. Перед нами открытые 720. Двери. Чего? Можно на мосту позарубаться. 720? 1920 на 1080. А, я просто послушал. Проблема какая-то. А, да, мы пехом хотели поиграть же. Пседел вел. А. Mm-hmm. На Игоря зря наговариваю. Да. Мне говорили, что нет технической возможности сейчас, а потом вышли рузы, на которые техническая возможность появилась. Я понял. Психодел, у тебя дохуя чего есть попить? Ну там, энергетики, какая-нибудь такая хуйня. Нет, всего лишь один. Понял. Что у нас пати на сушниках какое-то, блядь? У кого ничего нет? Да, у меня ноль. Ебануть у кого надо. Ну сейчас на мосту тоже, ебанем, да? Типов и, блядь, у них все заберем. Пиздец. Если бы я похавал печенье, что бы мы делали? Я бы остался бы там, наверное, в жопле, блядь. Блядь, я что-то сейчас представил. Так я похавал печенье, нет воды. И не запил, да? Это пизда вообще, минус рот просто. Вадик стоит на мосту. Погангировать бежим, все нормально. А может тут есть что попить? X8 кто-нибудь поделится? Просто. Нету. X15 тебе не дать? Блять, чё ж ты утрируешь-то все? X8 всего хочу. Ну если есть X15, да, X15. Бля, один раз за всё время, сколько играю, взял X15 и я вообще охуел. Я просто целюсь типа, я его вижу полностью всего. Прям глаз нахуй. Я не понял, как стрелять, потому что он очень далеко был. Я растерялся, ты хуйни тут лутано, кстати, все. Да? Очень похоже. Говорят, Вазик стоит на мосту. Да. Были слухи. Походу, справа чулик слава, да, какие-то где-то сидят. А, в грибе не вижу никого. Пока что. Возможно, они лежат, блядь. Ебать. Ты на мосту, скорее всего. Скорее всего. Думаете, они уже, типа, да, у меня что-то в чате поднялась тема игровых ноутбуков. Здесь что-то мини лежит. Смешно от одной фразы игровой ноутбук. Без обид. Какого как? Короче, ну все, смотрите. Мини, сами. Где мини? Я возьму. В стекляхе? Наверху, в стекляхе. Возьму. А Патрик им поделится кто-то? На той стороне мосты. А мосту проверяли? Пасит, на мосту и там челик стоит, стреляет. На мосту они в конце. Типа на той стороне. Аирдроп падает на тот берег, блядь. Нечестная хуйня. Мне. Ничего делать, я не знаю, у меня нет иксов. Таких два залупа. У меня есть X4, я побежал. Хотя сейчас посмотрим, круг еще можешь зарофлить. Ребята, я буду давить вам на шалс, у меня 30 патриков. Пятых. Круг рофли, пожалуйста, зарофли. Я надавил на кого-нибудь? Да, Седал, на тебя надавил? Я уже. Ну иди сюда, сука. О-о-о. На меня надавил, блядь. Найс. Было 30, стало 80. Да, это нормально уже, это играбельно. Не знаю, Альберт, чё, мы это самое. А, ты в пизда. Не такие, как ты. А, скинь пятерку, иди. Спасибо за рисабочку, Кич. В смысле? Ну ты ж сдохнешь там. И пятерки отдашься. Ебать, а чё он там сидит-то? В кузове. Сами с ними ебитесь, у меня нет иксов. Они две машины поставили, чтобы, короче, не проехали. Лодка еще плывет справа. Ал, я согласен с тобой, давай, делать грязь. Чик. Это по тебе, типа? Ай, чё, мои патроны. Уебан. Хуйня. Едет какая-то по берегу.
Поберку хуйня, не слышишь? Алла, да, ложись! Ложись, ложись, ложись за машину! Там еще мотак какой-то. Да, да. Под... Вазик, под... в воду упал. Да? Хуёно. Да, за нами, Вань. За нами был. Постом. Алла, ты куда забыл про этих чуваков? Ты что, блядь, псих? В смысле, все нормально. Они хуёво стреляют. Дал, кому въебаешь. Блять, они что, суицидеры? Вы реально поплыли? Хуйло стреляет. Ебать, они реально поплыли. А что делать? Нам тоже надо. Ты, ну, можешь по мосту проехать. Я видел круг, ал. Без обид. Еще дочь едет под мост. Что делать? Ал, ты готов к этому? К чему? Сейчас. А, я понял, что ты хочешь. Сюрприз, мафака! Я вижу, типа, справа от моста 165. Ай! Минус ноги. Ал, тут вы получил. 165. Игорь! Помоги мне, Игорь! Да почему ты не стрелял в него, Игорь? Они по мосту вроде долбят. Ал, нормально, я тебя подниму. Нет, не бойся. Ничего не бойся. Он сейчас выплывет опять. Нет, я ему ебал сломаю. У него... У тебя какой икс вообще? Х2. Хильси сразу. Там под мостом плывут еще. Да я знаю, что плывут, а что мне делать-то? Да, последняя аптека бинтами, наверное, лучше. Или тут круг, блядь, рядом. Нет, круг нормально. Блядь, ну нам очень хуёво будет. Да, нормально, блядь. Плыть-то, блядь. Види перед собой челик в лучших. Блядь, он бессмертный, я хуй знает. Ну, справа, типа, и полуда вдвоём. Просто, блядь, бессмертный, типа, пуля. Ладно. Им надо будет выходить на берег. Ну да. Бля, короче, очень жесткая хуйня. Я опять с Игорем спрыгнул куда-то. Лодка. Игорь целый, блядь, по мне стреляют. И меня опять колкнули. Почти. Ваня, слышал инфу, что у тебя 300 патриков пятых. И ты выебывался при этом. Это правда? В смысле, я? Ваня. Ча? Инфа в чате, то, что у тебя 300 патриков пятых, и ты выебывался при этом. Я так чуть-чуть. Ебаный в рот, блядь. Я понял. Вот там коробка, блядь. Рядом со мной чел плавает у столба. Души вал. Там один погиб. Бля, если можно было за шею схватить под водой, я бы уже это сделал. Ногами чисто обхватить? Ну да. Как Соня Блейд. Че, там есть рядом с вами? Ну да. Где он, Игорь? Да, за столбом стоит. А сейчас уже и присесть нельзя, да? А, в круге вообще, блядь. Под воду. Но он не в круге хули. Ваня, у тебя есть? По мосту едет? Ебать, отпетые мошенники. Да. Ебать. Только у него 300, не пятерка. Вань, дашь 60 хотя бы. Че? Бежит... сейчас вам надо или че? Я хочу да, сейчас... Да, стрелять вообще нечем. Блять. Слева в домах были челики. Ну, теперь мы проебали вспышку. Кому-то там Патрик нужен. Вспышку? 90 здесь скинул. Над нами типа их. Такое. Ну ты где, блядь, пидорас, алло? Просто я мог пробежать спокойно, пока не стреляют. Игорь, да забей хуй на него, пойдем. Нет, я не хочу. Ладно, пошли. Я тебе потом. Спину, смотрите, чтобы не убьют. Смотрите, чтобы не убьют. А я делал вид, будто ебал, на самом деле я такой. Они все с моста отсюда ушли или нет? Нет. Они, может, на мосту ищут. Вон он, тип! Да. Ой, все, просто в пизду. За деревом там еще сзади чел. Понял, земля пухом. Типа я хз. Игорь искал типа, короче, и это не нашел. По-моему, чуть-чуть, а мы въебались. Как ты нас, что вы пиздились втроем? Он просто бегает. Я вижу. Ладно, понаблюдаем за Игорем. Но меня не лучше. Игорь, тебя совесть не душит? Нет. Как хуй, блядь, вас взять? Нет. Слева два типа. Дороги были. Я знаю, я видел, блядь. Но тут сейчас вправо типа едет, поэтому мне надо просто в круг. Потом вот уже выстегивать пытаться. Блядь, идите нахуй. Перед тобой типы. Да, тебе вот тут надо занимать город. Да, я так хочу. Тут, блядь, конечно, тут тоже. У тебя дохуя патронов?
позишн дерьма. Ладно, два, это рип. Да. Справа ёбнут. А можете слева байти? Игоря увидели уже. Игорь, там аэродро, братан, иди бери. Справа типы. Справа типы. Я знаю, что справа типы. И чё, блядь? Убей их. Смотри, как позицию надо. Прям как рядом аэродроп, Игорь. Игорь, ну смотри, он прям на тебя, Игорь. Блядь, советчики хреновые. Нахрена мне стрелять? Ну, в смысле, если... Ну, чё, если... Если он тебя убьет просто, ты не добежишь. Нет, он бы меня не убил. Он бы меня не убил, я же близко к деревьям был.